Не, вот это хочу, Red D хочу. Опа, один минус нашли. Идем дальше. Вот он, Soul Burger, блядь. Вот так на тротуар заедет. Обозначимся, что мы. А это встречки, они нормально. А я видел в Инстаграме, что они все на обочине стояли. Это ж нельзя делать так. Можно, но да, они все вот тут линейку стояли. На туре? Да. Вот. О! Что делать, что брат, вот слева, брат. Ара, выезжай. А, он заезжает. Вот справа. Опа, ела, есть. Он пошел к вам. Меня с***. А, ты не нахуй, сейчас по кругу почему. Не подходи ко мне, черт ебать. Субару, прогревай бургеры, мы едем. Субару, блядь, ну давай нахуй на стук, блядь. Микроволновку кидай, мы едем. Субару. Молодец. Пойдем. Здорово, здорово, брат. Здорово, брат. За то, что вы едете. Спасибо, 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 спасибо. Братан, ну я бы не сказал, что ты спасаешь. Чуть-чуть, я как всегда гелик. Давай все меню попробуем. Куни? А что взять, здрасте? А давай мы что кушали? Давай, не, давай все меню возьмем, слышишь? Не, давай просто все возьмем, все брать. Давай, чисто это доходит. А, в натуре. Делай, брат, все меню делаешь. Делаешь со мной, брат. Здравствуйте. Почему? Почему не снимать? Не снимаю. Ну ладно. А что, я не... Я женат. Семь детей. Я хочу все меню, но не эти. Только бургеры. А, в каждом по два бургера? Да. А-а-а. И читас фри пусть будет один. И один колу мне. Не, я не хочу колу. А что вы? Не смейся попасть. Хорош. Читас? Читас что такое? Читас фри. А, тигр то что? Да, пусть будет, да. И попить что-нибудь. Так, есть газировки, это фанты. Не, вот это хочу, Red D хочу. Опа, один минус нашли. Идем дальше. Ага. Таро. И это, ребята, внимание, время только 15 на 9. Акула давай, акула какая? О, бомба. Вот это плюс, все, минус убираем, плюс оставляем. Пока баланс, все четко, брат. Сумма, брат. Это энергия есть? О, второй плюс. Делаешь. А это что там вот этой бульбукой? Так, там получается, то, что сверху, это у нас вода обычная для дыхания. Там полусухой сидр, пиво разливаем. А, пиво, нет. Да. Прикольные эти сигареты. Сигареты где? О, как они называются? А, Чапман красный. Чапман. Делаешь. Идем в туалет, проверим. Валят. Идем в туалет, проверим, блядь. Туалет проверим, блядь. Так. Бля, брат, иди как-то встретишь за площадку, иди сюда. Блядь, без звука надо издавать. Ау, бля, здесь тоже, брат. Сейчас, а, полтачки проверить. Сядь, проверь. Ну, не, удобно. Запах хороший, плюс. Чизгер. Охомительно. Чуть-чуть подвисли на них. Понюхай. Нет. Ну хорошо пахнет. Не, реально хорошо пахнет. Так, руки нормально. Так, рука как будет? Да, да, без молока. Мокрая? Пиздец, блядь. Подожди, проверь его. Было? Поделись по-братски, по-моему. Спасибо. Руку помой по-братски. Спасибо. И вот это. Стрибли просто. Спасибо, брат. Давайте руку выбрать. Керамику нанеси. Слушай, а в итоге? Кто будет, слышишь? Говно смывать кто будет? Говно кто смывать будет? Я буду избавиться, говно будет. Так, слушаем Сэма. Кстати, Сэм, в общем и целом прикольное заведение. Чисто. Да, нормально. Очень чисто. Жвачка. Проверка. Как будто бы нет, брат. Не тот, не тот, не тот. Да, это как особо, помнишь, кучерявый был, это Литвин с большим носом. Да, кучерявый. Да что Литвин от него что-то вышел, блядь. Забыли дорисовать что-то.
Ну, ты не понял, он вместе с Билайном открыл? Ну, нет, я думаю, Милпопс. Да нет, тоже... бля, вы пацаны, вы не шарите, блядь, он просто любит мед. А, он тяжелый. Это 68-й, да? Да, да. Это все? Нет, два подноса. На них выглядит аппетитно. Не сбил, прикинь? Не сбил? Да. 24 минуты. Что делаем? Давай с чего начнем? Я с трюфельного. Давайте делить вот так по кругу будем. Нет, давай вот так берем одну, короче, пробуем, передаем. И по кругу, да. Да, по кругу. Нет, так вообще не интересно. Чего? Одновременно хочешь, что ли? Ну, давай, бери, короче, вот это. Ну, если что, укусите, взяли. А вот это что, я не как название? Мы все разные, вам тогда не хватит с этим. Короче, поддам. Вот это что? Вот так хрустящий цыпленок. Цыпленок вкусный. Ну, как? Ебать, на один укус нахуй. Ну, приятный. А так-то охуенный. Это тоже вкусный. Вон, цыплянок. Ай, блядь, брат. Вот и Элла, вещь Элла. Пошла в попу. Че, брат? Нет. Оригинальная? Халапеньо хуйня. Халапеньо? Бля, я его взял с сыром. Вот это охуенно. Куриный вкусный. Ебать мы, блядь, как эти, блядь. Сомелье, я свой рот ебал. Брат, если честно тебе скажу, я все, что съел, все вкусные были. Да. Вот, это, вот это вкусный, пиздец. Все вкусные. Что? Трюфельный мне не зашел. Оригинальный. Как Биг Мак, реально. Для меня бургер, это бургер. Это не супер еда. Бургер, что это, брат? Сочетание, самое главное, что было. Нормальный соус, нормальное мясо, нормальные булки. Вот смотри. Здесь вот нормально. Спасибо. Два вкуса делает. Самый нормальный. А это он сделал, переделал, да? Или... А, он переделал, да, в итоге? Жа, дай вот эту новую партию. Он переделал, да, новая дай партия. Классику. Этот без сахара? Да. А, поэтому он мне не зашел. Ну, вот ты, этот. Взял. А, все, понял. Ну иди возьми оригинальный еще. Кайфалов вставать. Охуеть, здесь 10-50 рублей стоит. Брат, ну бургер на себя дороже. А потом скажет, что 200 поставил. Да вообще, кто купит за 200 рублей? Просто? А истинный фанат Литвина. Конечно. Да. Хотя насчет ценников не знаю, тут не я буду судить, но они были вкусные. Нормально, масса цена. Какая разница? Я тоже не знаю. Ну да, просто смотри, 600 рублей за 200 грамм, да, ну и хуй с ним. А будет? Но если их соединить, один бургер. Да, будет 200 грамм. Нет, это один по 100 уже. Да, один по 100. Не понял, что это? Это вместе они 100. Да, это один бургер 100 грамм. Тупой. Два бургера 600 рублей. Да. Если их соединить, будет один сотни бургер, хороший, большой. Ну да, ну, пойдет. Хорошо. Как в ресторане. Ты понимаешь, если соединить твой мозг, один хуй лягушка получится. Ты мне говоришь, ебаный. Заур кинул 600 рублей за бургер, за... Натуре? За энергетик, еще и 100 за доставку, как курьеру. Какой ты фрик, Заур, отвечай. Заур. Заур. Брат, тут надо еще докинуть 15 рублей, комиссия, понял, съела. Да. Да шучу, брат, че? Как он смеется? Бля, брат, тут перебор, брат. Твой мозг, да, будет вдруг там мельница стоит, знаешь, для высадки. На личный бетон, 15 рублей. Пропеллер стал ебаный. Смотри, брат, он очень перебарщивает. Во-первых, незнакомые люди еще сидят, вот справа. Знакомые? Не отвечают, значит, пошел нахуй. Что такая агрессивная сегодня, овцы, ёб, тупорылый, в себя приди, блядь. Еблан тебя рано или по это для зрения. Сними, покажи, кто ты есть, покажи, блядь. Покажи, кто ты есть. За кого болеете? Сними очки, покажи, кто ты есть. Нахуй твои, блядь, твоими словами действия, блядь, не подтверждаю. Понимаешь, ты их накидываешь, когда тебе надо, сними нахуй. Короче, что? Сними, это не рот. Нахуя? Покажи, кто ты есть. Мне похуй, я нарушаю. Сними. Нахуй надо. Сделайте предыдущий после, кто выиграет в файте в этом. Я судья, если что. Подожди, он пока не снял. Сними, покажи, кто ты есть. Обычно не фон. Я? Ну сними тонировку. Тонировку, чтобы очки? Сними тонировку. Ты долбоеб, ты что за здоровье разговариваешь, идиот ебаный. Я тебе говорю, сними вот эту штучку. Не снимаю. Как он замбурчал резко. Вот и все, блядь. А вообще о чем речь что-то? Потерял нить. Он просто нить потерял. А нити нету, братан, нить уже съебалась. Но. Что? Осталась одна иголка, блядь. Шприц есть. А ты купил ее, брат?
Ну ты же хотел попробовать, пацан гриванул тебе, брат. Блядь, за что Шачиро просто так напали на пацана, просто сидел, блядь. Он ебал, не я. А что он тебе сказал? Он начал газовать какую-то хуйню нести, я ему, блядь. А что он сказал? Я мозг мой, типа, понял? Я пытался бургер, ну, сойти два бургера. В смысле обиделся? Не, он тебе ответку дал? Он тебе ответку дал просто. Он тебе ответку дал, все. Я бы без отказа твою, блядь, буду говорить, искать мою сторону ответку. Пацаны, это они просто друг друга заебали, типа, за неделю вместе, когда люди бывают, друг друга заебали. Глаза мне посмотри. Вырасти, долбоёб. Это сахар. У тебя диабет, брат. Я пойду в стак Литвину. Литвин, здорово, брат. Он выпил сахаром. Он пишет диабет. Блин, очень вкусно, брат. Вот классика. Классика вкусная. Его бежать 450 грамм. Вот эти две, пацаны. Единственный минус, я могу честно сказать. Вот если их выпить две подряд, не, ну плохо будет, брат, ты чё, брат? Чуть-чуть плохо становится. Да нет, брат, даже когда один целый выпьешь, уже плохо будет. Я один, два, две штуки выпил, мне надо ебать, мне хуёво. Не, надо 200 грамм. Не, брат, смотри, вот я как... Вот надо у меня учиться, брат, я же не хуйня учитель, брат. Вот я покупаю баночку, да, и вот столько пью, и все. Дальше просто... Я, блядь, их выпил штук 10 долларов. Я знаю, ты слишком много пьёшь, надо, нельзя ну, много пить. Сколько, 160? Они просто вкусные, понял, этот вкус пригубил вялого, понял? И все, и выкинул. Александр, брат. Как вот, здорово, брат, да, в городе я, брат. Короче, меня мучают, говорят, возьми интервью, говорят. Реально? Так. А что за интервью? В прямом эфире, брат? Можешь? Там прямой эфир? А, нет, это видео. Это видео? На YouTube поэтому. Вы популярными станете. Мы? Да. Давай, делаешь, брат. Молодец, брат. Как вам вообще бургеры и супы? Вкусно, если честно. Да, сядь аккуратно. У тебя контракта нету с Литвином? Ой, с Литвином, супой. Там реклама и все такое. Нет. Это понятно. Нету, говорит, не поворачивай. Нету, честно, вот два вкусные были. Оригинал и этот. Брат, все кроме трюфельного нам зашли сейчас. Куриный все вкусные. Куриный был вкусный. Куриный? Да, другие не зашли. Трюфельный не зашел. Я видел, вот давай насчет Литвина. Я видел в Инстаграме, ты говорил, типа, самый лучший энергетик. Там почти 300 тысяч лайков было. Вот лайк, так, спрос пошел. Все, лайки заработал, все. А, это не реклама, брат. Не, какая реклама, брат? Я сам их покупаю. Короче, вот смотри, брат. А. Ты откуда сам? Я из Ченской Республики. Красавчик. Удачи. Спасибо. Спасибо, брат. Спасибо, все понятно. Смотри, CLS 6.3, банан. Ты молодой пацан. Нет, ты молодой банан, купил себе пацан. Так. Или E53 AMG. Что бы ты взял бы себе? 63-й банан. Честно, вот душу, вот загляни в душу к себе вот так вот. Вот так. Нет, смотри, нет, смотри, ТЛС 63-й. 13-й год? Да. Либо Вешка 53-й, 18-й год на фул. Переход 19-й. И 63-й тоже фул. Но 63-й. Не, честно скажи, брат. Не, ты что мне говоришь? Нет, только честно. Смотри, честно, я так скажу. Не, без подкупов, брат, только честно. Смотри, только честно. Да. Мне и то прям очень нравится. Нет, ну так вот смотри, вот так, просто загляни вот так, посмотри, что душа говорит. Обидеть, ну все свои. Конечно, что душа говорит, скажи. Сколько у тебя лошадок? Ну, 435, значит, уже 500. Нет, уже 500. Уже 500, а у тебя? 585. Да тут все равно, я не знаю. Ну да, брат, поколение поставлю, другие, что, понял? Старый каргак. Да, хоть ты за возраст разговариваешь. Ты понимаешь, что ЦЛС задирами идет в подарок, понял, брат? А у него есть чеком, брат, и она того рот, вот сейчас мы здесь встанем, она у него не проедет даже, блядь, 2 километра. Подожди, если вы я настраиваю машину. Да подожди, боевой, брат. Боевой чип, дай просто метанол. Метанол включен у тебя? Вот видишь, точно? Вот если говорить, что задиру, у тебя машина не едет. Вот смотри, она не едет. Она сейчас на эвакуаторе в Краснодар поедет. В итоге, брат, бургеры и супы как получились? Не доедешь. Ну, доедешь, да, но все же. Бургеры и супы как получились? А какой вопрос был? Короче, нормально, Москва нравится, брат. Москва, хорошо. Тоже приехал недавно? Да. Хорош, а где был? Конкретно приехал. Вот там, в центре, вот это... Как это называется? Облако. Украина, отель. Рэдис. Там останешься? Да. Молодец. 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 А сколько она взял? Здорово, не. 60 где-то выше, да? Будешь? Постоянно. Постоянно. Они на стол, они на один жирный стол встают. Приятного аппетита всем. Спасибо, брат, спасибо. Давай, брат. Здорово, брат. А души? Давай, брат. Давай, брат. Оператор. Опа! Оператор, бля! Если что-то надо пускать. Бля, без проблем. Бля, нормально, блядь. Хороший мужчина. Да, прикольно. Мужчина, молодец, да. Бля, ты опять мужчин оцениваешь, ты заебал, брат. Что, брат? Тормози, я понимаю, Москва все дела, но все равно не надо. Да,